Нужно найти что-нибудь длинное. Господи, ну спроси у Даши, может, у нее фалоимитатор длинный лишь. Я не знаю, что тебе длинное найти. Ну возьми, ну достань, пожалуйста. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Папины дочки 2. И сейчас будем искать этого гребаного бублика, чтобы отправиться в это долбанное путешествие на это долбанное, блин, море. Но для этого нужно будет перерыть гору всего вот этого срача. Дикого, невероятного срача, в котором постоянно живут эти девочки. Понеслась. Нам нужно найти губку, найти кучу порванных страниц и порванную книгу тоже нужно найти. Интересно, что за порванная книга? Вот это я упустил. Губку я пока не видел, ничего я не видел. Коробка, ножницы, журнал, подушка, заяц, неваляшка, утенок. Пикник на обочине. Стругацкий. История ЦСКА. Охренеть. Мастер и Маргарита. Три мушкетера. Так, Дюма, Булгаков. Понятно, задачник по геометрии. Будильник. Синий медведь. Синий. Ну, чё, ну возьми синего медведя. Ну, нахрен тебе. Нахрен тебе нужен этот, блин. Как его там зовут-то, господи? Как его зовут, скажи мне? Бублик. Возьми этого. Мистер Пончик. Возьми. Чё тебе только бублик? Возьми его, назови его Пончик и зашибись. Пугало, термос. Гитара, гуашь, ни хрена не вижу. Губку, короче, пофиг. О, порванная книга, зашибись. Так, нашел. Клей, ножницы и... Ни хрена себе, сколько всего сразу. Сразу сколько всего посыпалось-то. Настольная лампа, так. Степлер, клей, ножницы. Клей, ножницы, степлер. Ребята, я не вижу ничего. Я не знаю, я ничего... Вот в этой вот конкретно локации я ни хрена не вижу. У меня раньше как-то лучше получалось. Клей, ножницы и степлер. Так, давай. Ну чё? Ядерный распад, это просто. Избушка, цветок. Ух, блин, ну ты можешь хоть что-нибудь подашь, нет, а то как-то совсем уже... Ножницы, так, прекрасно, прекрасно, первое есть. Первый элемент есть. Лего, ликей, что ли, расставлял интерьер. Гребешок, кролик, клей, степлер, губка, клей, степлер, губка, да. Ни хрена нет. Синий медведь есть. Синий медведь. Почему синий медведь нельзя использовать как губку? Вытрем эту гуашь. Да, я в прошлой серии же разлил гуашь, поэтому мы, собственно, ищем губку. Я не могу ее найти совершенно. Опять беру подсказку. Страница. Блин, нахрен мне страница. Вы мне лучше дайте вспомогательные вот эти... О! Чё нельзя лего убрать? Ну нахрен, блин, серьезно что ли? Я откуда знаю, кого собрать? Ну давай так по... Блин... Да ну, это геморрой такой, вы чё, я не хочу вообще этим заниматься. Господи, я как представлю себе. Так, вот здесь вот надо оставить две, да, вот единицы. Вот здесь остается раз, не, вот это неправильно, смотрите. Вот здесь остается вот так. Две здесь, одна здесь, так. Теперь тут нужно вверх, по-моему, вот так вот раз, типа два. Правильно? Потом поставить вот такую картину вот сюда вот. А дальше, короче, просто вот так вот все заставлять. Ну, наверное, это как-то так делается, да? То есть, как мне кажется. Похоже на то или нет? Единственное, я... Вот сколько тут отсчитать надо отсюда? Раз, два. Вот здесь вот уже дальше, короче. Вот так должно идти, да? Здесь вот так должно идти. Здесь, типа... Ну, вот так вот как-то я... Что происходит, блин? Так, раз, два, три. И вот тут сверху одинарная такая хрень. Понятно? Одинарная хрень сверху должна быть. А как я ее одну выставлю? Я не понимаю. Я не... Пофиг, короче. Я не... Это невозможно. Да, охренительная красота. Забери страницу, пожалуйста. Все, молодец. Зачем домик-то было собирать? Что, нельзя было просто сложить? Странно. Гантели. Ну дай ей гантели по голове. Единственное что... разумное действие, которое тут можно совершить. Хочет. Надо его полить. Да не, все тут заметил. Постоянно хотят пить. Не надо никого плевать, не надо. Ну вот, напросилась. Плюнь в него просто. В нее, потом в него, и все, и зашибись. Губка, клей, степлер, лейка. Лейка, я видел где-то лейку, ребята. Где-то вот термос, пугало, гитара, вот буратино, заяц, ваза. Ой, господи, ничего нет, учебники по химии, избушка. Ну где-то я видел по-любому лейку. Я прям натыкался. Кроватка бублика, да. Крокодил. Блин, прекрасно просто. Лейка, вот, да, точно. И воды там нет, да? А, есть, ни хрена себе. Красота?
Получилось. Все получилось с первого раза, ребят. В какой-то веке. Я думал, опять там надо найди воду, воды нет, пассы в лейку, полей, там, не знаю, что-нибудь такое. А, губка, 16 страниц, клей, степлер. А, ну эту я не подобрал. Так, а мне все, мне надо вытереть. Это-то ладно, это я всегда успел подобрать. А мне же надо вытереть, правильно? Губка, степлер, клей. Нихера не вижу. Так, сейчас. Мы еще дождемся, короче, еще. И возьмем подсказку еще. Как только она... Все, я уже не пытаюсь ставить рекорды. Мне все равно там эти жиденькие аплодисменты. Нахрен они мне не нужны. Опа, вот бывает же, заметил, да. Ни с того, ни с сего иногда бывает удается. Опа, степлер, нихрена пошло, поехала. Игра пошла, ребята, игра пошла по полной программе. Слушайте, может пока и без подсказок. Ой, хотя не буду. Не буду заранее. Белый бим, черное ухо, диск. Не буду заранее, что называется, гарантировать. Линейка. Губка, клей, клей. Я до сих пор не вижу эту губку, я до сих пор не вижу клей, ребята, это печаль. Губку вообще не вижу, вот хоть убейте. Мне кажется, что клей еще я где-то как будто бы видел. Но это не факт. Стоп, как ник. Ну, давай возьмем. Да вы что, а куда еще заглянуть? Может, мне еще вспороть мяч ножом? Может быть, еще тебе юбку снять? Вдруг у тебя там страница в трусах где-нибудь завалялась? Что это за... Как я мог это предположить? Никак я не мог это предположить. Губ! А, губка здесь я увидел. Я увидел надпись «Губка» на задании, подумал, что я увидел губку. Нет. Я, ребята, губку не увидел. Пирамида, коробка. Коробка, нет, сундук. Конечно, чемодан закрыт. А смотрите, ключ, ключ еще надо найти, да? Ключ-то известно где. Только ты его оттуда не достанешь. Где-то наверху, что ли? Или, может быть, на люстре, я не знаю. Она мне так сказала, намекая, что он где-то высоко, правильно? Избушка. Кабель. Учебники. Я, конечно, извиняюсь, а где вы ключ-то тут? Перо павлина? Паровоз? Собака? Ну, собака. Давай-ка. Что? Рюкзак. Гитара. А что у меня? А, может быть, вот сейчас вот что-то... Подождите. Не понимаю, что за подсказка сейчас такая была? Типа, я закрываю, да, я вижу вот выключатель, я вижу. О. Ключ! Прикол! Не достану. Надо... Да что тебе еще? Так, сейчас. Шахматную доску, что ли? Нет, наверное. Сборник за. Книги, наверное. Стопка книг. Нет. Что я должен положить? Коробка. Перо павлина. Лего. Гантеля. Рюкзак. Гитара. Страница, кстати. Скейт. Страница. CD-диск. Я не понимаю, а что я должен класть-то учебник? Ой, как... Что-то взял случайно. Я не хотел даже. Я просто ищу, что я должен положить, и я не понимаю. Подушку, может? Эту подушку. Книга. А! Вот так вот? Что за бред, блин? Да я просто промахнулся! Я же это имел в виду, ну... Что за бред? А, и типа, я понял, и теперь книги, да, перевести. Все, ясно. Давай, достал. Нужно найти что-нибудь длинное. Господи, ну спроси у Даши, может, у нее фалоимитатор длинный лишь. Я не знаю, что тебе длинное найти. Ну возьми, ну достань, пожалуйста. Я тебя прошу, ну достань. Что я тебе длинное сейчас найду? Зонтик. А, зонтик. Ну, зонтик я видел, да. Что, зонтиком достать, да? Ну, это я еще могу. Окей. Все, теперь, ребята, мы все это... Ой, блин, сейчас. Давай, да убери ты книгу. Книга, включатель, стул. А, вот так вот, да? И теперь сундук, правильно? Это же от сундука ключ был. Ты будешь брать ключ, нет? О, страничка, раз. Губка, вот почему я так долго не мог найти. Все понятно, давай. Все, протираем сухой губкой краску. Вообще идеально. Итак, осталось две страницы. И клеем нужно книгу починить. Вот страница, кстати. Клеем нужно книгу починить, да? Подождите, а какую именно книгу нужно починить? Я что-то забыл. Книга, CD-диск. Непонятно. Ну-ка, давай.
крокодил. У крокодила в пасте что-то застряло. Да ты гонишь. А карандашом не пробовала? Все, я все понял. Ну ты, крокодил, шалун, конечно, всякие вещи в рот берешь ненужные. Починить книгу осталось. Клей найти и починить книгу. Ну клей же здесь где-то должен быть. Ну, а вот же он, все, есть. А теперь какую книгу? А, там все в инвентаре. Я понял, я тут искал какую-то книгу, думаю, чинить, блин, ничего. Я починила книгу. Молодчина, гони уже, бублика. Большое тебе спасибо. Бублика моего гони. Спасибо, на хлеб не намажешь. Лучше скажи, куда бублик взял? Ты собралась бублика мазать на хлеб? Его зачем-то бабушка взяла. Тогда его лучше говорит, не надо. Что необходим в научных целях. Ну, бабушка, она же знает, что бублик... Сейчас будет смех. Да. Все, идем к бабушке. Ну окей, хотя бы здесь разобрались, и то неплохо. Так, с новым рекордом. Прекрасно. Женя тоже... А где? Подождите, я бублика хотел с бабушкой тыскать. Блин. Женя тоже очень обрадовалась предстоящей поездке и сразу начала собирать вещи. Сразу после того, как по телевизору закончился футбольный матч. Помогите Жене собраться. Так, у меня есть пару часов до следующего матча. Быстренько собираем. Может, вещи. Не надо, а? Вот тебе я вообще не хочу помогать собраться. Ты самая проблемная девочка из всех. И мы в прошлой вот части игры телевизора пытались добиться долбанных, наверное, полтора часа. И в итоге она просто пошла на матч живьем. Да. Кепка, футболка, шагомер, зеленка, теннисная ракетка. А что ж теперь-то будет? Так, ну, мне кажется, что я что-то даже, наверное, видел. Теннисную ракетку видел. А, это сачок, это не то. Это не то, ребята. Футболка, шагомер, футболка. Шагомер, кепка, зеленка, теннисная ракетка. Блин, как все плохо, ребята, тут ни черта нигде нету. Папины носки давай возьмем, вот это шикарно будет. Кепка. Так, великолепно. С чего там уже начать? Шагомер. Так, теннисная ракетка, валан, кроссовки, плащ. Суровые дела. Рюкзак, да? Валан, это, валанчик, он маленький должен быть. Он прям масенький, да? Для бадминтона, да? Небольшой, наверное. Фотография. Блин. Так. Ах, собрались. Пока что подсказку не берем. Пока что стараемся как можем. Давай, значит. Теннисная ракетка, валан, кроссовки, боксерские перчатки, футболка. Ну где футбол? Ну футболка-то точно должна быть где-то валяться хоть какая. Вот на тебе уже футболка, что тебе еще надо, блин? Аптечка. О, кстати, зашибись. Зеленка здесь будет, да? О, зеленка точно. Ну, кстати, наверное, надо еще вот эти вещи тоже двигать, нет? Вот, пока не буду. Пока нахрен. Сейчас еще понатыкаю, у меня очки все пройдут. Коньки, босоножки, сумка пуговки. Ну давай сумку пуговки откроем, может. Может быть, стырим там у нее что-нибудь. Может, у нее там деньги, может, она богатая маленькая девочка или еще что-то в этом роде. И то полезнее будет, чем всякое вот это говно собирать. Чемодан Маша. Хотя, наверное, она не богатая. Зима была богатая. О, футболку нашел! Она бы купила себе много бубликов. А у нее бублик один, и она все время за него трясется и постоянно его тырит какие-то бабки. Сраные, блин. Экспандер. Экспандер. Да, знаю, что это такое, но, блин. Вот его еще найти надо. Может, он в аптечке валяется? Тонометр, нет, это не то. Блин, нихера. Так, окей. О, велосипед, звонок, мастика. Щетка, расческа, да. Ну, короче, нам надо все такое спортивное, понятное дело, да, это ясно. Боксерские перчатки, наколенники, чемодан Маши, футбольный мяч, так. Что-то не видно ни хрена, да? Роликовые коньки, кроссовки. А, кстати, еще вот, да, туфельки. Да какие башмачки туфли? Нам кроссовки нужны, нам нужны прям реально такая обувь, чтобы бегать. Чтоб бегать, чтоб конкретно кому-нибудь пенделя дать и не бояться, да, вообще, то есть. Боевая Маша. Это ж Маша, да, или как? Я забыл уже реально, вроде Маша, да. Боевая Маша, учтите, блин, не ваша, да, поэтому. К ней лучше так просто не подкатывать кроссовкам, как даст. Да чё такое, я не... Блин. Вот это я, конечно, обосрался. Так, хорошо, роликовые коньки. А, коньки! А, они не роликовые, да? Не, не подходят. Эти коньки явно не подходят. Вот эти роликовые коньки, да. Ой, колесика не хватает. И что ты мне предлагаешь колесико найти? Блин, серьезно? Колесико. Серьезно, надо найти колесико. Ну, давай посмотрим, здесь, может, завалялось. Не завалялось колесико, нет? Пластырь. Вроде не завалялось. Рюкзак, нет, нельзя. Шлем. Перчатки, розовые. А, как все сложно. Наколенники, нет, это все не то. Это все не. Слушай, ну блин.
и вратаря перчатки, и все тебе, блин, нужно, и все тебе, блин, надо, ну. Давай просто пойдем, давай просто налегке. Давай будем из тех людей, которые идут куда-то налегке, ну почему нет? Ну почему бы, блин, и нет, а? Ну это же все так сурово, это же все так жестко. Велосипед, нет, это не то. Откуда снять колесико, откуда? Я не знаю, ну... наверное, у кого-то из наших сестер, кто там тупая сестра считается? О! Даша, да, у нее, наверное, шарики за ролики там заехали, ролики там подберем, колесико оторвем. Муха, здорово. Муху, наверное, надо поймать, да, или что? Зачем она нужна? Валан! О, класс. Это альбом. Ваза. Дед Мороз, кроссовки, эспандер, да, ни хрена я тут не вижу, да, больше горшок, Дед Мороз. Фотоальбом подобрать нельзя, ничего нельзя, плащ покопаться тоже нельзя, на чемодан Маши, перчатки вратаря, чемодан Маши, похоже. А, походу, ребята, все будет на подсказках, опа, опа-па, это оно? Это бутсы, колесико. Колесико нужно чем-то прикрутить. Зашибись. Ну что, ну отвертка там, да, наверное, лишь. Ну тут бесполезно искать такие вещи. Так, ой, блин, зонтик, куртка, обувная ой, твою мать, так, сейчас будем искать, сейчас будем раздупляться, сейчас будем думать, сейчас будем собираться. Ой, чё тут, тут чё-то за это, видите, светится какое-то говно, ну-ка, давай. Опять кто-то вытащил шнурки из моих кроссовок. Да кому они нужны, я не знаю, повеситься на них что ли, или что, я просто... Велоотвертка, экспандер, шнурки. Шнурки, экспандер, велоотвертка. Где тут шнурки? Я не видел шнурков вообще. Так, аптечка, щетка, весы, фумигатор, башмак, щетка, зонтик. Боже, боже, как все трудно. Звонок, муха. Давай муху возьмем. Возьми с собой муху, будешь опыта нанести. Звездочка. Так, тонометр, бинт. Ой, блин. Я ничего не вижу. Я не знаю, конкретно в этой серии я ничего не вижу, ребята. В прошлой серии была относительно удачной. А вот, это у меня как-то очень говёно выходит. Ну, серьезно, ну где шнурки? Может, в башмаках снять? Не, вроде бы нет. Ну, давай сейчас, ладно. Сейчас мне высветится опять подсказка. Я опять возьму подсказку, что делать. А, вот же они, блин, точно, да. Розовые шнурки. Бррр, ненавижу этот цвет. Ты что, перекрасить их хочешь? Вроде бы тут такого не написано. Зашнуровать кроссовки. Окей, ну ладно. Окей, окей. Да. Перекрашивать ничего вроде бы не надо. Уже радует. Фотографии. Может, надо что-то двигать, другое пытаться. А, о как. Тут, короче, надо еще... Стукция к гантелям. Экспандер, наконец-то, господи. И велоотвертка осталась. Велоотвертка. Так, надо, короче, не бояться и трогать всякие вещи. Мы, конечно, теряем на этом очки, но если не трогать, то ты никогда не узнаешь, что ты можешь передвигать предметы, правильно? Горшок, ваза, фото, альбом, звонок, шапка. Где вот велоотвертка? Хер его знает. Вообще без понятия, ребята. Это жесть какая-то. Я ничего не вижу, я слепой в этой игре. Ой, господи, сколько мелкого говна всякого. Заколка, флакон, расческа. Велосипед. Ну, может быть, где-то на велосипеде велоотвертка? Наверное, нет, да? Наверное, нет. Не понял. Мне еще перекрашивать шнурки, что ли? Охренеть, реально. А теперь белое. Так это плохо или что, я не понимаю? Давай, белые шнурки плюс ролики. А, не так, вот так. Точно, кроссовки-то это то, господи. И все, и осталось, получается... Велоотвертка, открутить болтик. А болтик открутить же тоже надо, да, или что? Или я не понимаю. Вот этот болтик, его ж надо открутить. Велоотвертка, правильно, для этого его надо найти. Все, я понял, я все понял. Так, логично. Ну, ребята, я что-то не пойму. Опять подсказка. А что делать? Я куда не смотрю, я нигде не вижу. Может, где-то вот в углу прям торчит. Велосипед, вот коньки. Отвертка есть, нет? И в игрушке, может... Пластинки для фумигатора, мяч для регби, щетка. Не знаю, ребят, я не понимаю. Я честно. Я не справляюсь. Кстати, а мне кажется, или это первая локация, в которой не нужно искать 16 предметов такого-то и такого-то говна? Мы же этого не делали, правильно?
как мне сдается. Что ты мне показываешь? Блин, тут еще целое, я не видел. Охренеть. Ну все, давай. Давай, давай, откручиваем болтик. Все, вперед. И прикручиваем колесико, правильно? Вот, вот. И коньки у нас готовы. Кого это принесло? Хороший вопрос. Батя, наверное, пришел за ключами же, правильно? Открой дверь, давай. Точно. О, что случилось? Да вот, опять ключи забыл. Помоги мне их найти. А это значит... Противная муха. Да просто надо иногда душ принимать, мужик. В говне не валяться, и тогда такого не будет. А, папины ключи. Серьезно? А я не видел никаких ключей вообще, по-моему, мне кажется. Вы помните хоть плащ? Плаще, может быть? Чемодан Маши, перчатки, футбольный мяч, горшок. Разве были где-то какие-то ключи? Мы столько всего смотрели. Может, в аптечке затесались? Может, надо все подряд двигать? Тонометр? Ну да, мы просираем очки, это понятно, но... Вата? Блин, твою мать. Ну, подсказка-то она есть, да. Может быть, они у тебя в кармане, а ты этого не знал, придурок? Нет? Нет, папа что-то это... Ой, куртка, инструкция, гантели. А, гантели. Фики башмак. А зачем же нам нужны инструкции гантели и гантели? Я вот этого понять не могу. Скамейка, сапоги, туфли, чемодан. Ой-ой-ой, ладно. Погнали. Я побежал. Спасибо, Женя. Ладно. На здоровье, блин. Надо собрать. Да ничего не надо. А-ха-ха! Так, фумигатор. Ладно, это я видел. Пластырь, пластинки для... Так, давайте пластырь. Это у нас где-то тут, правильно? Бинт, пластырь. Пластырь, пожалуйста. Бутсы, гантели. Расческа, теннисные мячики. Бутсы. Что-то с этими гантелями не так. Ну-ка, давай инструкция. Что пишут? Переставьте диски, как показано на схеме. А я, конечно, извиняюсь, а... Как двигать? Что-то непонятно. Как оно двигается-то? Ой! А кто-то может мне объяснить, каким хреном я... Короче, блин, я не понимаю, как управлять? Не управляется. Посмотрите, вот... вот так! Ну тогда давай вот сюда, в самый край. Нет? Это странно. Подождите. А как же тогда действовать? Блин, ну ясно. Короче, мы это тоже пропустим, потому что я чувствую, что это даже, вы знаете, ни хрена не детская загадка, это жесткая. То есть, вы понимаете, что я должен буду как-то так рассчитывать, чтобы у меня, получается, правильные части гантелей убирались в определенные места, чтобы они там мне не мешали делать что-то с этими гантелями. То есть, это почти кубик Рубика собрать. Другое дело. Сам. Теперь гантели собраны так, правильно. Ну не зря здесь функция пропуска, потому что это жесть, это дичь просто. Так, значит, что дальше? Гантели-то собраны, а брать мы их с собой будем, нет? Не понимаю. Расческа, наколенники, пластырь для фумигатора. Я это, кстати, где-то видел. Вот пластинки для фумигатора. Наколенники я тоже видел. Вот здесь, по-моему, где-то они были. Да, вот они, наколенники. Шлепки. Босоножки. Босоножки это не... Вот, шлепки, да. Скакалка. Скакалка, скакалка. Будем играть в Playtime Girl, да? Ну окей, охренительно. Расческа, футбольный мяч, теннисные мячики. А вот теннисные мячики я вообще не видел. Где теннисные мячики? По-моему, они мне ни хрена не попадались. Я, конечно, может, что путаю. Расческа, скакалка, футбольный мяч. Расческа, скакалка, футбольный мяч. Мяч для регби. Это не то. Именно футбольный. Именно футбольный мяч, правильно? Так, боксерские перчатки. Шлем, шлем, блин. Па-па-па-па-па-па-па-па. Колпачок. Нет, колпачок нам не нужен. Так, ну ладно, похрен. Давайте. Больно бита, коробка тенниспич. А, вот, да, коробка. Расческа скакал. Так, расческа, где может быть расческа? Ну, по идее, она должна быть где-то вот здесь, где одежда всякая, да, но... Или вот здесь. Щетка. Не, щетка это не расческа, определенно. Жгут, таблетки, вата, бинт, мазь. Это все не то. Сумка, мяч, рюкзак. Ну, рюкзак, ну давай возьми. Ну, возьми весь рюкзак. Ну, там все это лежит, я уверен. Просто возьми сраный рюкзак. Ну, закинь его себе на эти плечи и вперед, и понеслась. Может быть, эти двигать, нет? Ой, блин, промахнулся. А, вот скакалка, да. Футбольный матч. Мяч. Мяч. Футбольный мяч, да, сейчас возьму. Может, тут где-то.
Непонятно, да? Ни хрена. Так, ну, сейчас, давай, подсказывай мне подсказку. Ну. Ну что ты, ну? Я не понял. А-а-а! Ого, слушайте, ничего себе, однако. Ну, это слишком, блин. И последнее осталось. Футбольный матч найти. Мяч. Да что да? Баскетбольный мяч, вот. Это не то, правильно? Сумка, пуговки, рюкзак. Скамейка может отодвинуть. А что такое футбольный мяч? Он же должен быть заметен конкретно. А-а-а. Здесь все собрала. Он сдутый. Теперь в гараж мяч накачать. Совсем сдулся. Ага, прям как я, у меня уже мозг не варит, я уже сам совсем сдулся. 0 очков. Полное дно. А, 306. Поздравляем с новым рекордом. Спасибо. Так, Васнецов приехал на работу. Для того, чтобы завершить дела, ему нужен ежедневник. Помогите Васнецову найти его в этом беспорядке. Вау. Ну, это уже, естественно, в следующей серии. Так, скажи, что хотел сказать. Ежедневник. Нужен ежедневник. Я туда все записываю, чтобы не забыть. И, конечно же, черт возьми, тебе это очень помогает. Ох, этот мне сейчас еще, конечно, нервы помотает. Но уже в следующей серии. Пока что, если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.